машешь. Мне тут еще смотри, кому щит кидать. Блин, да тут уже минус 2. Ладно, давайте уже туда расход сделаем, потому что некого менять уже. Завтра, когда будем добивать. Давай сейчас, и вы когда с пятка будет. Да не, блядь, еще что-то, блядь. Сейчас убьем. Сейчас зайдут, нахуй, давайте добивать. Тоже минус 2 тут. Деса ливнул, завтра Филакс тоже ливнул. Блин, у тебя 11 часов, Киев. Так я же говорю, в ВК пойдем. Ну не, могут только случат отобрать. Ходите, могут чат добрать. Давайте плюсанем, кто за убить сейчас и кто. Не откладывайте эту хуйня, там придут те, кто, блядь, КД у кого. Вон крабочка. Вон крабочка идет. Крабочка, ты был в РС-25 гер? Конечно. Вот его бери вместо Дессера. По-любому, блядь, не такой нуб, как Дессер. И все, здесь. Ну, вообще-то крабочка написал, что он целый год не играл. Крабочка, ты умеешь? Давайте лучше КД не будем тешить. Да не, давай. Да вон Бибопа сейчас возьмем еще и все. Где ты его возьмешь? Ну он в РК сидит. Да он, наверное, с телефона там в этом в клубе какой-то бухой опять сидит. Он говорил, да. Алле. Алле, алле, алле. Олег, ты тут? Слышишь, Олег? Да, слышу. Ты можешь? Ну, точно с телефона. Да нет, пока не могу. Вообще, ну через 5 минут сможешь? Порядка. А что надо? Так ТД надо. Маги, пожалуйста. Первую? Да. Первую двухчасовую. Извините, не могу зайти. А что у нас вон все есть? Кто там уходит? Хризи, блядь. Давай сиди, трай. Закидывай его, хотели, давай бить. Дайте шкаф там, бестмод, иди, беги. Что-то трэш побежал, Сага. Да я это смотрел. Работает и гибернация. Крабочка, ты в РК? Да. Да. Чё он там бафа? Экстрим, кулаки вроде. Фридомы, джаги, ауры, кулаки, хуяки. Второй фридом, джаги, желтая аура, прото, бафа, кулаки, я это уже запомнил. Давай, кулаки и желтые. Какую желтая бить. Да. На броню, наверное, или на средоточие. Какая во тьме не будет, то и ставишь. Стримка скажет, и в РК это не будет. А, вон написала. Вон, второй кулак, вторая длань, желтое правосудие, просто аура. Давайте фулбах. Ставьте рыбу или тут рог. Вон рог стоит кушать. Рог изобилие. Давайте до часу ночи троем. До двух. Не-не. А что, час у тебя смена стала? 5 часов, да? Час у меня 5. Там уже спать работу. Давайте там мазбаф и пристабаф дайте, ПП дайте. Давайте чек на пул. Так, Арагон, Ультрашам. Демон, шаман, дева, тут подходите. Ультрашам, Арагорн, тут подходите. На, блядь. Так, Ультрашам, тут подходите, а ждем последнего. Да, во тьме. Давайте, чек на пул. Стоп, стоп, стоп. Ну, давайте, все готовы. Ты готов там? Времен. Я да, а чё, я нет нажал?
Не, ну ладно, давай, начинай, ДК. Чего выдал совет чешка на хила? Сука. Ну а то, что у него в сове колба, советника тебя не смущала, блин, да? Нахуй, колбу одень, сторожила. Сам сядь на стол. Так, падает, бежим. Ты что, норм дамажить будешь? Так, смотрим, падает лужи в рейд. Мелкий трэш на БДК там на пульте. Или дайте АОЕ там присты. Ближе к хвосту метку сейчас выносите. Тотем. Вот он сейчас будет метеорит падать. Бежим. Смотрим, лужи разливаются нормально. Арагорн выноси, слава реса их из Алиса. Дайте по нему потом каску лапу пристабав. Играйте мелкий трэш, РД больших, ДК заходи сразу. Заходим. Паладин, смотри сейчас внимательно, как будем метки выносить во тьме. И фриды мы там не забывай давать. Дерзила. Заходить. Стой, стой, заходите. Клемен выноси. Иннер своим хилом заливайте. Смотри, сейчас паладин будет метка. Не надо будет лезвие пропустить, надо метку выносить. По ходу движения чуть пропустить лезвие. Вот, вот там выноси, смотри, как он выносит. Вперед выноси. Пропустил шарик и вынес. И в рейд. Короче, подпинуть на лезвие, да? Угу. Ну только не шар. Тем выноси. А когда лезвия нету, просто в лоб чуть назад выносишь и все. Фрида монет. 53 света, готовьтесь. После метки будем выходить в портал, не зарейте. 51. Шустрила, выноси. Так, выноси, выноси. Выходим в свет. Давайте рост в свету. Так, рост дал. Свет, метка ровно назад, свет назад. Шустрилас, я тебя подиспелил. Блять. Кремен, ты тут? Блять, падаем. Что такое? Рано диспелил, не дождался. А что ты так диспелил? Кто диспелил? Он походу или его с хвостом застанивали, хер его знает. Я смотрю, он уже должен был быть у стены. Я видел, как он... Наоборот, он добежал и уже сразу нажал чардж. Во-первых, метка должна была вообще не в ту сторону идти, она должна была быть сзади. Дальше. Она была, как бы, грубо говоря, как в свету выносит. И она была в районе. Вот, я гляну, он выбежал с рейда, считал 3 секунды, смотрю, он почти добежал. Берн, там ШП у тебя есть? Есть. Успекайся, ШП, слава, давай в ардру, два ардру похилите. Два ардру? Да. Ну там один есть. Ебать, вы на приколе, что
Нет. Дайте рог тут. Или что-то такое. Но если хилы не могут хилить, они же по времени, надо смотреть, когда метку выносить глазами. Так это человек мама, метку не вынес, неправильно. Пулбафы дайте. У нас сейчас святого БРов нет. Ну, падать, значит, не будем. Один есть. Может быть, давай я по диспелю, что ли? Сейчас так попробуем убить БР друг. Давайте, дайте мамонт, просит. Давайте, чек на пул. Сумасвод. Давайте, все готовы, ДК начинай. Где там ДК, иди на позицию. Начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало. Я его пробиваю. Нормально, ты во тьме еще не видел. Пёр заноси. Бежим. Слава, возьми, я дисплей там сам. Главное дисплей. Вот, лужа вреет. Пизалис выноси. Так, метку хвосту сейчас выносите. Резина. Смотрим, метеорит, бежим. На той стороне падает, бежим. Давайте, лужа смотрим. Нормально. Ультрашам выноси. Ты день сюда пронес. Да, нет, сейчас вот не будет проблемы. Давайте в мире играйте по мелкому трэшу. РД бейте больших. ДК сразу заходи. Я скажу, когда зайти. Заходим. Выноси. Трези, выноси. Чем ты заходите? Заходите. Блять. Чего вы сдохли? И там портал, наверное, нажал. Падаем. Остерегайтесь теней. Зачем тебе Рокстер ШП? Пускай он хилит. Я просто в кирошмоте буду. Ну а ты с того одень нормально и будешь дамажить. Ну, в смысле, в хиле. Так я про это и говорю, что у меня на себе хилошмот был. Да где ж он, совиного шмота нету. Блять, так он есть, с пула просто... Так одевай его. Пуляем просто, у меня уже, блядь, пятый час ночи ходим. Ну так одень сейчас на сову шмот и сейчас убьем. Ну или на хила там, кем-то там хилом идешь, на хила оденься. Блять, я говорю, давай Рокстер дальше будет хилить, как он хилил, а я с собой. Не надо. Вот ты смотри, сколько он дамажит. Блять, я буду второй, третий по ДПС, если я одену шмот сейчас.
то ли 6к, то ли 12. Спекайся. Ну почему 6? Я 8 дал, но я знаю, что мало. Давайте ластай, убиваем. Убиваем, нет, расходимся. Капара, заходи. Право, одень там сова, шмот на сову. Рокстер, нахера. Давайте, фулбафы все тут. Да, с первого трая мы почти убили, только в свету кто-то сдох. Ну да, кто-то во тьме сделал 70, точнее в свету. И нас всех пованшотил. Нет, это, по-моему, второй трай. Чего кинул? Релок? Или что это? Ой, дискон? Не. Наверное, кого-то опять выкинул. Опять нас выкинул. Давай, там не отходите далеко, сейчас убьем, не. Заходит. Угу. Один остался. А, ну спасибо, что сказали, ха. Нет, он клота. Онлайн. Ну так, что там, давайте прожигайте свои бафы. Там вроде все есть, чекнуху. А смотрите мой шмот, я там не забыл ничего. А что ты не делаешь управляемость экипировкой, я не могу понять. Ой. Так у меня она есть. Нормально ты сейвишь. Кафашу там не хватает. Ретрик, крабочка, ты знаешь, что такое Длань Свободы? Ты умеешь его кидать на метки? Да, знаю, Сереж, настроил на свободу. Давай сейчас не пропускай. Какая там экстримка, какую ты по очереди кидать. Второй фридом твой получается, когда человек бежит, где-то на половину стенки подходит, тогда кидаешь на нее фридом. Ну, давайте, все готовы, ДК, начинай. Давайте убиваем это говно и расходимся, то я что-то книгу хочу дочитать наконец-то. Ты можешь кого выносить. Да буквально взял, отойди. Пал, отойди от фрейма. Бежим. Бежим. Не, я там рано бы читаю. Смотрим, лужа, время. Да, больше читаешь. Это китайский, низкий. А ты откуда знаешь? Ну давай, Рокстер, снимай дух, Клота, выноси слава ресой. Дайте на него Best Mod Inner. А, блять, слава ж слава. Ты его риснул. Дайте каску лапу пристабав, это вызови на Халиона. Так, Джиндову выноси. Бежим. Боже, время ненормально. Эльдар, выноси сам снять спел. Милики, играйте по мелким РД большого, больших бейте. ДК сразу заходи. Ну, заходим. Ох, ДК, надо прожиматься, как-то ты прожался, читать сбрил от тебя.
Демон, демон где-то там что-то не зашел. Давай, выноси. Да он свету бьет, он ни разу не сходил. Да. Ну ладно. Да, Слава, резай его там, Слава, резай. Так я бы флеер отдавал у этого. Ну ладно, заходите. Бестмод, выйдешь, леснешь, он где-то возле Халена будет валяться. Ох. Пускайте, лезь, я ближе к морде сейчас выносите. Агранома, да? Да. Иннеры своим хилом заливайте. Паладины, дайте руки на Рокстера. Ламруа выноси. Ильдаль, дай им на ману. Я это темп поставлю. Сколько там? 51. После метки будем выходить, только после метки. Кризалис выноси. Давайте, мы выходим, свет, идем к порталу. Ресы агронома. Рост во тьме. Цвету. Цвету. Рост цвету. Че там риснуло? Ну ладно. Метку свет ровно назад выносите. Лимошка. Ну, блядь. Письмо. Агроном, да. Он не поднимает. Риснул. Вот, бежим. Смотрим лужи внимательно. Лужи нормально. Сторожила выноси. Там себя диспел. Рост во тьме, свет только трэш бейте. Только трэш. И даль выноси. Там себя диспел. Смотрим, будет сейчас падать. Поворачивай на рейс, смещайся, готовь сакру. Смотрим лужи внимательно, сейчас как будет разливаться. Лужи нормально, повезло. А не, в рейд тут нормально. Шустрило. Мелких дальше отводи, мелких дальше отводи. Чуть не сдох. Еще дальше отводи, еще дальше. Дыхнет. Не ср... Ну, все. Повернул, пиздец. На 180 градусов. Блять. Ну, все, всем спасибо, до завтра. Давай. А как он в рейд дыхнул, сука, я не понял. Стоял мордой в рейд, вот и дыхнул в рейд. Пиздец. Самогоном перебрал. Вражник. Ну когда повернулся, там лужа на нем была, получается, он не в ту сторону повернул. Давайте нахуй резайтесь, давайте бить. Никто не ливается. Давайте бить нахуй, ебаный урод. Замшить, блять, хуловый рейд, сука, заменили, блядь, 6к людей, нахуй, давайте падать. Давай сейчас лайк рейли, он тем более в себе. Ну давай попробуем. Давай рейла тогда. Раньше ничего не было мобов, да? Ну, все.
Летаю. Я не была во тьме. Новых скверах не было. Например, мелиги, которые близко стоят. Ох, ты чё? Опа! Бэжик. Улипал. Поклонского тоже хитли. Кто-то меня убить хотел только что. Их, Алена, побей ману риснешь. Меня уже лагает прям. Мне уже час лагает. Беги, малышка, беги! Вроде возлагал нормально. Ничтожные перед
посланником Смертокрыла. Танк упал. Танк упал. Ну, кажется, надо заканчивать этот фарс. Сколько еще таких героев? Да нет, это фарс. Сколько еще без... Угу. Я не помню где. Там мужик говорит хуйню. Да давай его и Тро, блядь, тут демон уходит. Люди уже спать хотят. Да, блядь, я знаю, что мы накосячим. Когда придем, убьем нахуй со второго края рейса. Чем сейчас мучиться. Все спать хотят. Сука, я на Халионе можно и собрать, как бы. И подрочер, что ли?